На этой неделе после просмотра нового фильма «Выйди во имя Иисуса» кинозрители заполонили социальные сети кадрами массовых освобождений, происходящих в кинотеатрах по всей Америке. Фильм «Выйди во имя Иисуса» вышел на экраны в понедельник и рассказывает о пасторе Греге Локе, который объединил известных служителей освобождения, таких как Александр Пагани, проповедников Исаию Сальдивара, Майка Сигнорелли, а также пастора Владимира Сальчука и Дэниела Адамса, которые моделируют служение Иисуса по освобождению, описанное в Новом Завете. В конце фильма Лок провел в прямом эфире массовый призыв к освобождению, который транслировался почти в 2000 кинотеатрах. Александр Пагани поделился видеозаписью, на которой молодая женщина кричит от мучений, желая свободы во имя Иисуса. А он приказывает нечистому духу выйти во имя Иисуса. «Это исторический момент для церкви», — добавил Локи. «Такого никогда не было. Это почти как если бы Бог сказал: хорошо, вы хотите изгнать мой дух из церкви? Что ж, я отведу вас в кинотеатр», — сообщает Christian Post 15 марта 2023 года. Мир вам, братья и сестры христиане! Очень благодарен вам за подписки, лайки, комментарии, особенно тем, кто поддерживает нас финансово. Вы должны понимать, что есть три вида пробуждения. Пробуждение личное ваше, это самое ценное для вас. Пробуждение вашей поместной церкви и всеобщее пробуждение. И вы должны рассматривать, если у вас какой-то повышенный интерес к пробуждению где-то, и вы хотите там поехать или что-то там окунуться в ту атмосферу и так далее, вы должны увидеть, прежде всего, а в каком вы состоянии. Но если вы находитесь в бодром состоянии, для чего вам идти туда, где вас там будут будить? Что такое вообще пробуждение, братья и сестры? Пробуждение – это возврат к бодрствованию. После сна. Некое продвижение вперед. Некий рост ваш. И прежде всего, еще раз говорю, нас должно интересовать пробуждение, личное пробуждение. Что из того, что вы будете наблюдать за пробуждением такого всемирного масштаба, или даже пробуждение будет в вашей поместной церкви, и вы будете как бы даже пытаться тому, чтобы было это пробуждение, но вы лично будете спать. Поэтому прежде всего нужно стремиться к тому, чтобы бодрствовать, не уснуть самому, а если вы уже задремали, то попытаться пробудиться самому лично. Нужно пробуждение рассматривать именно в общем аспекте. Вообще христиане достаточно, я заметил, очень слабый уровень такой рассудительности во многих христиан, именно в духовных вопросах, очень мало проявляется такой рассудительности, благоразумия. И особенно такого масштабного, широкого мышления, чтобы видеть тот или иной процесс в общем Божьем замысле. И вот, когда мы рассматриваем пробуждение, мы видим, что которые были, их состояние, можно сказать, было близко к духовной смерти. Многие христиане находятся на том или ином духовном уровне. Пробуждение, когда ты с одного уровня, как написано, от веры в веру, ты продвигаешься далее. Понимаете? И многие христиане, особенно там в православии и католицизме, они находятся на уровне просто веры, но даже без дел. Некоторые люди уже дальше, в протестантском направлении, они уже что-то пытаются больше делать. Они чаще уже ходят на служение, например, они пытаются как бы немного чище жить, что-то делать для Бога больше. Да, вот это состояние, да, покажите вере добродетель, как мы читаем.
Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь: ты имеешь веру, имей дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. Не хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец ваш, возложил на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делами его, и делами вера достигла совершенства? И исполнив слово Писание, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? Подобно Раву блудница, не делами ли оправдалась, приняв соглядаев и отпустив их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Видите, когда человек уже больше уделяет Богу внимания, он больше молится, ходит на служение, что-то делает для Господа, это уже на уровне дел. Далее мы читаем апостола Петра, что он говорит: в вере покажите добродетель, в добродетели рассудительность. Важен момент, братья и сестры. Рассудительность мы можем больше понимать, когда мы исследуем Слово Божие, когда мы ревнуем о том, чтобы получить крещение Духом Святым, и Дух Святой нам подсказывает еще через откровение, видение, пророчество, сновидение Божие. Далее, человек уже, вот то, что мы говорим не раз, и приличная одежда, и чтобы не было смехотворства и тому подобное, это уже воздержание. Далее мы идем благочестие, или еще считается как святость. То есть мы отделяемся, и мы уже опять-таки очень и правильно все делаем, но мы много молимся уже. Не просто что-то немножко делаем уже и подтверждаем свою веру делами, а мы много молимся, например, как Господь открывал Духом Святым, что не менее часа в день нужно молиться. И у нас тоже практикуется так, что братья особенно молятся по 2-3 часа в день. Даже сестры, которые многодетная семья, хотя бы 1 час в день они молятся, порой и более. И дальше уже братолюбие, когда мы пытаемся, конечно, и проявлять уже непосредственное братолюбие, укрепляется церковь, и уже любовь, как знак некого совершенства, что мы и по отношению до других людей тоже проявляем любовь. И в целом мы, скажем так, такие достаточно, как добрый раб, да, настоящий христианин. Я не говорю, что просто, идеальный. Но он действительно может сказать, что это, знаете, как вот есть профессионал. Говорит, вот это профессионал. Да, он тоже делает иногда ошибки, но в целом он профессионал. Так и можно сказать, что это настоящий христианин, профессионал свое дело. Профессионал именно в плане христианства. Он христианин, настоящий христианин. Если это у нас есть, все, мы тогда готовы к восхищению церкви. Или к переходу еще до восхищения церкви, в иной мир. Вот это главная задача Духа Святого, понимаете? Поэтому дано Богом Дух Святой, братья и сестры, нам, для того, чтобы готовиться к восхищению церкви. Так вот, мы здесь видим это пробуждение людей, которые находились где-то на уровне веры. Для уровня этих людей, да, для них это пробуждение. И вот это оживление для них, некое продвижение. Но если вы христианин, даже находитесь, даже не имеете еще всех качеств, но вы находитесь где-то на этапе, что у вас уже есть воздержание, в целом можно сказать, то есть вы прилично одеваетесь и тому подобное, вы должны правильно смотреть. Для христиан, которые бодрые, им не надо искать пробуждение. Вы знаете, когда-то Дух Святой открыл, и я в начале только моего фактически служения было показано пробуждение, черточка, количество. И было вот это зачеркнуто все. И написано слова «пробуждение», тоже черточка такая, и сказано «святость». Понимаете, вот то, что хочет Дух Святой. Он пришел обличить мир о грехе. А если в нас мир, разделить нас от мира, братья и сестры, поймите, удалить в нас мир, с церквей вывести мир, разделить нас с друзьями с мира, оставить только, может, там неплохие отношения такие, но дружба в нас с Иисусом, дружба в нас с людьми верующими, а не с миром. Поэтому вы должны здраво смотреть и просто оценить. Хорошо, вот вы услышали о пробуждении.
и посмотреть, что там, кто, у кого пробуждение, на каком они этапе, на каком они уровне находятся. Если брать всеобщем таком масштабе, то пробуждение, братья и сестры, это когда продвижение идет, рост, всемирный такой рост. Вот, например, пробуждение можно назвать движение Лютера, когда отход пошел от традиции, от такого традиционного католицизма, монашества и так далее, перешло в направление уже обращению к Слову Божьему, служение по Слову Божьему. Не священное предание, не традиции, да, и индульгенции и тому подобное стали превыше всего, а как бы опустились или даже полностью убрались, и вместо этого поставлено служение уже по Писанию. То есть Писание вышло на особое место, на первое место. Потом далее продвижение, скажем так, движение баптистское, когда что уже пришли к тому, что водное крещение должно быть путем погружения. Потом движение, например, духовное, пятидесятническое, когда снова пришли к пониманию тому, что нужно ревновать о крещении Духом Святым и получать силу свыше, дарование свыше. Движение освящения было. Но вместе с тем и враг не спал. Придумал харизматическое как бы движение тоже, которое направлено прежде на ослабление пятидесятнической церкви. Когда внешне вроде бы дарование, а фактически это пустота и вред, потому что без святости. Эмоции. Заменили догматическое христианское учение. Поступайте как люди духовные, как люди благоразумные. И не спешите поддаваться под дань моды. Еще раз говорю, пробуждение – это святость. Если у вас даже маленькая община, бодрая, и вы достаточно бодрые, конечно, нужно еще, как мы читали написано, если это у вас есть и умножается, это нужно стремиться еще дальше, как апостол Павел говорил, забывая сзади, простираясь вперед, пытаться еще расти, то у вас все нормально в служении. Пусть даже у вас маленькая община. Сколько было с Иисусом? Первое, можно сказать, хоть церковь считается со времен Пятидесятницы, но до этого можно сказать, что первая церковь – это церковь с 13 человек. Иисус и 12 учеников. Было 82, но 70 ушли, когда начал говорить Господь о плоти и крови его. Но то было настоящее. Поэтому не нужно искать там, просто жаждать количества или бежать, где количество и так далее. Самое главное – это святость, братья и сестры, это своего рода качество. Поймите правильно. Есть своего рода такая фальшь, лжепробуждение. Многие вот эти харизматические движения, вроде бы тоже количество, рост и так далее, но то нет Духа Божьего. Особенно если это делается на основании уже, скажем так, существующих в Евангельской церкви, где церковь была догматическая, достаточно такая неплохая церковь, но пришло учение попустительства, вседозволенности такого, и это дало возможность приходу большего количества людей, потому что, конечно же, льстить слуху все можно и так далее. Почему вот в нашем регионе больше всего православия? Потому что там все практически можно. Почти все можно. А оказывается сейчас то, что, например, даже в нашем регионе, например, православная церковь, она называется сейчас Украинская православная церковь, но фактически она все равно, это даже церковь, православная церковь Московского патриархата, которая даже учит о том, что даже можно и убивать, оказывается, и там даже служить Богу. Можно завоевать другие территории. То есть фашизм называется христианством. До чего дошли уже. Поэтому вам не нужно за это засматриваться. Понимаете, вот когда, помню, у нас был вот уже такой разорванный железный занавес, такая свобода уже, там перестройка была еще в советские времена, потом уже независимая там Украина и так далее. Значит, свобода вероисповедания пришла.
то тоже некое такое пробуждение было, но больше всего начало приходить в церковь православную. И что нам из-за того? Засматриваться, идти туда, потому что там больше людей? Нет, пробуждение – это святость. Это замысел Божий. Замысел Божий, Дух Святой проводит нас, нас очищает от греха, от мира. Мы должны отличаться от мира. Чтобы мы были готовы встретиться с нашим женихом, чтобы мы имели, чтобы мы могли подняться, когда будет восхищение церкви. В этом направлении двигайтесь, братья и сестры. И да поможет вам в этом наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.